Все свое время Алексей Панин проводит за границей. Очевидно, что актер опасается за свою жизнь из-за многочисленных угроз в его адрес от граждан России. Об этом говорят его свежие посты, посвященные, как правило, ненависти к родной стране и ее народу. В последней публикации Панин открыто заявил о получении разрешения на постоянное место жительства в Испании. Таким образом, русские варвары, как называл соотечественников актер, заставили его переехать в Европу. Свое путешествие по ЕС Алексей начал с Германии, после чего последовала Чехия, Италия и теперь Испания. В каждой стране артист умудрялся опубликовать пост или сторис, в которых называл жителей России быдлом, варварами и всячески радовался удаленностью от них. Разумеется, такое поведение вызвано агрессией со стороны народа и угрозами, о которых неоднократно сообщалось в СМИ. Панина буквально выгнали из страны. В свежем сообщении он уже открыто написал о том, что скоро свалит из России и поставил хэштег «ПМЖ Испания». К слову, после переезда Алексея страна вздохнет с облегчением, ведь его аморальные выходки порядком надоели гражданам. Кроме того, можно посочувствовать жителям Испании, которые вынуждены будут терпеть поведение актера. Алексей уже отличился в Европе ночевками под дверью какого-то здания и пьяными посиделками прямо на тротуаре. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик для уведомления о новых видео. Всего хорошего!